помощь в социализации и реабилитации. Член общественного совета при УФСИН России по Самарской области привезли в женскую колонию номер 15 около 300 книг о способах ведения хозяйства, истории, об актуальных профессиях. Общественники регулярно приезжают в места лишения свободы, чтобы проверить, в каких условиях находятся заключенные, узнать, в чем они нуждаются и организовать поддержку. Хочется подчеркнуть, что наша работа системная, и сегодняшнее посещение, оно в принципе как раз о том, что мы, во-первых, реализуем запросы наших девчат, и второе, мы, конечно, стараемся максимально их обеспечить интересной, познавательной, а самое главное, полезной информацией для того, чтобы, выйдя на свободу, они могли найти свое место безболезненно. Члены общественного совета посетили дом ребенка, расположенный на территории колонии, чтобы передать сладкие подарки и детские книги. Следующей точкой стал реабилитационный центр «Аврора». Мы находимся в знаковом таком месте, он для Самары и для всей исполнительной системы, это реабилитационный центр «Аврора», где у нас заключенный перед выходом социализируется именно на сегодняшний день. С ним работают здесь психологи, социологи. Здесь особые условия содержания. Попадают осужденные за полгода до УДО, условно-досрочного освобождения. Соответственно, распорядок дня у нас такой же, как и у всех осужденных. Здесь более комфортабельные условия, приближенные к домашним условиям, ну, чтобы мы привыкали уже к домашней обстановке. В женской исправительной колонии номер 15 располагается также крупный цех текстильного производства. И его не оставили без внимания. Здесь осужденные женщины трудятся на благо военных, находящихся в зоне СВО. Мы шьем утепленные костюмы летние для участников СВО. У многих девочек там находятся родственники, мы за них переживаем и понимаем, насколько мы ответственно должны относиться к костюмам. Члены общественного совета при УФСИН России планируют продолжать оказывать помощь и поддержку людям, находящимся в местах лишения свободы. Ведь начинать жизнь с чистого листа бывает очень непросто. Александра Гусева, Константин Головин. События.